Всем привет, дорогие друзья, мы на канале DayPay, и сегодня, друзья, и со мной сегодня Ангелина, друзья, она сейчас вот тут стоит, друзья. Сегодня, кто не знает, сегодня сейчас просто разрыв мозга. Я сейчас живу в богатой семье, ну, это, конечно, это просто игра, но эта игра в реальной жизни. Мне повезло, что со мной русские. И, кстати, друзья, напишите в комментариях, в какой стране вы живете. Ну, а сейчас мои друзья, вот мой папа, я уже подрос, вот какой-то Влад к нам пришел, друзья, я хочу машину купить, я еще не купил, друзья. Мой папа куда-то заходит домой, смотрим, может он что-то будет писать, ну, посмотрим. Так, Вова богатый Маш, называется, тут у нас уборщик есть и охрана. СПС. Спасибо. Значит, я вот сейчас работаю ютубером, у меня есть винтовка. Или это не винтовка, я не помню, как она называется. Пиши в комментариях. Чё, зарплата? Чё зарплата? Зачем мне кошка и собака? Для этого что ли мало? А? Не понял сейчас. Смысла не понял. Шик. Так что будем делать? Ё-моё. А также, друзья, у нас есть еще дочь. Вот она куда-то убегает. Ладно. Хватит. Влад убийца. Ну, понятно. Нет. Почему нет? Да. Мы к вам гости. Давай еще вот тут. Убери. Да. И вот тут, в уголке. Вот тут тоже. Ну, блин, не слушается. А где пап? Пап, ты где? А, вот охрана, Марк. Марк. Это Вера. Что-то она плачет. Сейчас напишу, что плачешь. Что плачешь? Уйди. Ладно, уйду. Что случилось? А где пап? Папа ушел? Или он на улице? А вот ты, блин. Чё меня пугаешь? Куда ты ушел? Богатый мир. У нас у меня 7 миллиард бабок. Кстати, у меня уже 2 миллиона баксов. Потому что месяц уже запутался. Уборщица! Вот тут убирайся тоже на кухне. Убирайся. Ну, я пока посмотрю телек. Камин, чтоб тепла было. Вот, все, разлегаемся. Телек такой, такая классная тема. Это что это? Я этого еще не видел. Что еще? Почему ты плачешь? Ну, я не знаю. Я тоже не знаю. Почему тут гирлянд? Это когда вы успели сделать? Так, подожди-ка, что я написал, не видно. Я не хочу быть с эти не у надо н др. А, хорошо. Курю еще. Хорош. Ой, ладно. Ничего не поделаешь. Я, наверное, что делать? Ухожу. Навсегда из этого дома. Ну, не навсегда. Ухожу просто из дома. Ну, просто погулять, я не ухожу, я думаю, просто погулять. Мне будет своя тачка, мотачка, тачка моя карка. Ташила. Сами представляете, друзья, он увидит мое видео, вот и обалдеть, сколько у меня подписчиков, 30 тысяч, а давайте еще наберем вот 40 тысяч подписчиков, и просто, я не знаю, он просто обалдеет. То есть, давайте, друзья, наберем. Нет, тачка, я пойду, наверное, погоняю. Иди сюда.
Шикарно, шик. Тут мы. Окей. Я поехал кататься. Да ё-моё! И туда. Я сюда же ещё приеду, не забуду, где я живу. Давайте, друзья, погнали кататься. Ну тут, ну ладно, поехали домой. Не хочется куда-то уезжать. Меня еще потеряют. А я их потеряю. Пришел! Что надо? Охрана? Что надо? Уборщица бегает опять же. Что тут надо? А да, тут что еще плачки? Куда она ушла? Здесь? Куда? Где она? Здесь? У нас тут несколько, походу, туалетов. Ай! А, вон она сидит что-то. Давайте посмотрим. Что-то так же сидит. Так. Вот красота. Ну-ка. Не пали. Да я моя. Не пали, не пали. Ем. Нет. Выживать ее. Отдай. Нет. Не хочу к сестре. Уйди. Бега. Држ. Нет. Нет. Нет, отца. Пожар! 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 Друзья, бежим домой, 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 домой! Камень забыл выключить, что за башка? Да пирожка! Башка! Горит дом! Горит дом! Гори, гори, я стою, чтобы не погасло. Давай, давай, давай! Спокойно! Спокойно! Все нормально! Все нормально! Чики-пуки, да ведь? Да ведь? Тут кот просто, ё-моё, испугался. Школа. Капец, друзья. Давайте, давайте, второй этаж. Чё за уборщица, вообще не понимаю. Убирать, я какать потом сойду. Так, не подглядываем. Сейчас я... А то капец... Ну-ка, уйди. Уйди, уйди. Что с тобой? Ну уйди отсюда. Я какаю, блин. Не приведут куда. Да уйди ты отсюда. Что за фигня? Вы сговорились. Вы сговорились? Я. Блин. Я, блин, какаю. Я, блин, какаю. Ё-моё. Не, друзья, не реально сговорили. Сегодня подглядят, когда я какаю. Чё за беспредел? Какашунчики настоящие. Кокошунчики. Это мы что делаем? Мы точно здесь будем мыкаться, а? Не понял. Это кто? Да кто? Чё за жопа? Опять. Но перед тем, когда, друзья, вы хотите еще одну серию, потому что 8 дней назад я снимал про Geometry Dash. Но, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, снизу кнопочка. И, конечно же, смотрите мои предыдущие видеоролики, мы там с вами встретимся. Итак, всем удачи! Ой, со мной сегодня были родители, Вера. Ну, конечно, она не знает, что я снимаю, друзья. Всем удачи, всем покидываю!